Киберкобра на связи. Если ты, молодой поц, хочешь получать деньги из CPA сетей, но не знаешь, где взять трафик, тогда кликай по ссылке в описании. Киберкобра научит тебя выжимать трафик из Инстаграма и сливать на CPA сети. И ты станешь богат, мой друг! Дима! Привет, Тань. Он мне нравится. Кто, Мигель? Да, он такой хлюсенький, такой плячет, такой маленький. Мне так жалко стало. Он такой милашка. Я тебя не снимаю. У вас уже приехали. Приветики. Наконец-то! Чего, Рош? Я тоже рада, что наконец-то я дождалась суши. У меня живот сейчас себя начнет сейчас есть уже. Реже привет. Тебе привет. От Тани. Мы посмотрели фильм. Он не загружается. Мама, блин, ты позоришься в моей трансляции. Иди, накрывай стол. Жди. Хатика ждала, ты подождешь, а? Чё я-то? Я типа самая умная, что ли? Нет. Ага, чё, я не собираюсь вам тут телевизор настраивать. Хатика ждала, вы подождете. Оп, и все. Слушай, Дубровин, чё меня скринишь? Или это не дуба? Повторить не возможно. Я не вовремя. Вовремя, только не скрей меня больше. Тут не снапчат, с Лизой не пройдет. Ой, как с Лизой? Да я с Дубровиным Александром. Этим не знаю. Дуба, здорово! Мне как бы нормальная сестра вообще, нет? Марина, что? Ты такая вообще, ты спать будешь, я с тобой трансляцию сделаю. Знаешь что, ты меня сегодня уже пообсирала, хватит.